защита. 8-й Харри Уинкс, 17-й Муса Сисоко, 28-й Тангин Домбеле, 20-й Делли Алли, и впереди 7-й Хён Мин Сон и 10-й Харри Кейн. Маурисио Почеттино, главный тренер Тоттенхэма. Только одно изменение он сделал в составе своей команды по сравнению с матчем. И 9-й Роберт Левандовский в атаке. Нико Ковач, главный тренер Баварии. Вот он два изменения сделал в стартовом составе. В общем-то, оставляет Нико Ковачу довольно большое пространство. Бавария уже в атаке, между прочим. Это Серж Гнабри. Удар по воротам. Здесь Кингсли Коман. Бавария выходит из-под прессинга очень спокойно. И передача Комана. Посмотрите на свободное пространство Гнабри. Речь идет и о терпении руководства клуба и о терпении самого Почеттино. Подскользнулся. Да, опять хорошая передача на Ндомбеле. Проникающий пас на Хён Мин Сона. Удар по воротам. Мануэль Нойер выходит и блокирует этот удар корейского нападающего. Классная атака. И здесь уже оборона Баварии ошибается. Нет положения вне игры, потому что это умеет делать Алаба одним касанием к штрафной. Опасный момент. Удар по воротам Левандовского. Тут сразу по... Домбеле, отличный проникающий пас, опасный момент, Нойер, второй удар в ствол. Тюрпен показывает, можно подниматься соотечественнику. Хён Мин Сон, и с третьей попытки Хён Мин Сон забивает Мануэлю Нойеру и выводит Тоттенхэм вперед. 1-0 на 12-й минуте. Нойер коснулся мяча, но отразить этот удар уже и он был не в состоянии. Оборона... Подбор за Баварией. Это Кимих. И у него удар есть. 1-1. Какой гол! Йосуа Кимих забивает Тоттенхэму. Вот это начало, а! 1-1. Казалось уже, что атака захлебнулась из-за того, что не рискнул бить сам Левандовский. Может быть, и правильно. Там рядом был соперник, который, возможно, удар раннего выхода из группы, да, и первого места. Чемпионов Германии. Очень важно восстановить репутацию, но... Лигу чемпионов. Хотя, конечно, шпорам будет очень сложно повторить те успехи Баварии. Но, тем не менее, это модель, которую стоило бы изучить. Конец цитаты. Унах. 28-я минута. Кейн над перекладиной. Вздохнули болельщики. Перевод на Орье. И пас низом в штрафной. Опаснейший момент. Как же мяч в ворота не попадает. Удар Ндомбеле блокируют защитники Баварии. И здесь Мюнхенцы. На Комана. Коман ищет возможность прострелить или подать. На Сиселли Алле. Хён Мин Сон. Удар по воротам. Очередной Хён Мин Сон. И первый неточный.